Доброе утро, дорогие друзья. Это короткое видеоролик. Я хотел бы назвать «Иностранцы умничают». И это обо мне. Ожидая своего коллегу на этом месте рано утром, я обнаружил ошибку в надписи. Это называется «Шильда», это предупреждающий знак. И здесь написано, что проезд только для автобусов, которые здесь паркуются на конечной остановке, и для такси. Но «Таксенфрай» — это неверная надпись. Я специально посмотрел в Гугле. Такси по-немецки тоже не склоняются, поэтому надо было написать «Унд таксифрай». Ну, это чисто умничание иностранцев, от которых ничего здесь тоже не зависит. Вот такое небольшое видео.